В областном МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. Ожидается, что в среду на область могут обрушиться ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Возможен град. Судя по сообщению на сайте ведомства, ухудшение погоды ожидается в большинстве районов области. При сильных порывах ветра спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций, а во время грозы избегать открытых мест. Впрочем, разные источники погодных прогнозов в Кирове пока обещают только грозу с дождем, о сильном ветре ни слова.